Большой юбилей. Лицей номер 10 отмечает свое 40-летие. День рождения учебного заведения отпраздновали в кругу самых близких и родных. Его приурочили ко встрече выпускников, поэтому в зале собралось несколько десятков бывших школьников и лицеистов. Школа, конечно, изменилась, похорошела. Вот. Но такие ностальгические чувства, какая-то нотка такой грусти, может быть, осталась, что вот как давно это было, вернулся. Вроде бы и много времени, а вроде и одна секунда пролетела. Сейчас в лицее обучается 1200 человек. Это одна из самых популярных школ в Химках. А в прошлом году учебное заведение стало лауреатом и победителем 4 конкурсов, как муниципального, так и регионального уровней. Один из инновационных проектов, который получил заслуженное признание, касается правового воспитания детей с 1 по 11 классы. Это не преподавание права, это не уроки, это не учебные часы, это организация воспитательной деятельности, которая позволяет в условиях школы, массовой школы, создать те условия, которые позволяют воспитывать детей в плане правового воспитания. Растить настоящих достойных граждан нашей России. В штате 54 учителя, есть и молодые педагоги. По традиции это выпускники лицея номер 10. Наши ученики, выпускники должны возвращаться в наши школы и передавать свой опыт, накопленные знания нашим детям. Потому что дети – это наше будущее, и будущее округа находится в надежных руках. Наши учителя всегда нас поддерживают, всегда во всех наших начинаниях, во всех наших стараниях дают нам возможность для развития, для творчества. И мы все вместе, всем коллективом двигаемся вперед навстречу новым свершениям, победам.